Сегодняшнее первенство проходит без зрителей впервые спустя 2 месяца после начала сезона. 350 спортсменов из 7 городов Алтайского края в 3 возрастных категориях поборются за звание лучшего. На короткой воде юные пловцы. В возрасте от 7 до 12 лет. С начала сезона они готовились к Кубку Сибири, но из-за сложной эпидемической ситуации, рассказали тренеры, пришлось ограничиться регионом. Продолжительное время даже тренироваться было негде, так что форму успели набрать далеко не все. Ребятишки плывут по-разному, кто-то получше, кто-то похуже. Сейчас понятно, что кто-то вырос, плывет сильно, кто-то остался на своем уровне, кто-то плывет хуже. Есть ребята, которые плывут очень сильно, например, Шиковцов потом хорошо очень плывет. Ильиных братья хорошо плывут. По рассказам тренеров, 10-летние ребята уже плывут по 3-му взрослому разряду. Иными словами, преодолевают 100 водных метров за 1 минуту и 11 секунд. Но есть таланты, освоившие уже и 2-й взрослый. Ту же дистанцию проплывают за 1 минуту и 3 секунды. Это очень высокий результат, отмечают наставники. Поддержать юных пловцов болельщики сегодня не смогли. Впрочем, даже родители подбадривать спортсменов могли лишь силой мысли. Им пришлось находиться в зале ожидания. Ну нельзя. Сейчас масочный режим, нельзя туда заходить. После пандемии, вот эти первые соревнования, конечно, готовились, спортсмены восстанавливались, тяжело было, но посмотрим сейчас, как выступит. Учесть, что много времени пропущено, тренировок очень много пропущено, и Новоалтайский бассейн, к сожалению, был открыт самым последним бассейном из всех. Поэтому мы ждали с нетерпением тренировок, соревнований. Родители, тренеры, да и сами спортсмены надеются, что эпидемическая ситуация позволит в ближайшее время провести Кубок Сибири. Сейчас же ждут конца ноября. Именно на это время запланировано очередное первенство края для пловцов старше 14 лет. Но результаты прошедшего уже известны. Больше всего медалей завоевали бийчане. Вторыми по числу наград стали барнаульцы. На 3-м – представители Рубцовска. Никита Ромаков, Александр Антропов. День с толком.